Здравствуйте, вы на канале Принцесса Милана. Вчера в школе я делала вот такую кошечку. И сегодня я хочу вам поделиться, как делать такую же кошечку. Для этого нам понадобится клей. Можно клей ПВА, можно клей карандаш. Но для клея ПВА нам нужна будет кисточка. Поэтому я взяла клей карандаш. Ватные диски, абсолютно любые, ножницы, цветная бумага и цветной картон. Я буду делать на зеленом картоне. Давайте же начнем делать нашу кошечку. Ватный диск. Достаем один ватный диск и ловим. И достаем второй диск. Сейчас мы будем делать ушки для кошечки. Возьмем один ватный диск и вырезаем ушки. Лучше вот так вот, вы вот немножко это сделать, вот это не выдирать, а то вот будет уши не треугольные. Лучше сделать это треугольными, а не так не выдирать. Посмотрим, вот так. Нет. А вот так. Ну так нормально. И вырезаем также второе ухо. Стараемся перестать. Немножечко это ухо не получилось. Его отложим куда-нибудь вот сюда. И еще раз попробуем. Почему-то у меня второе ухо не получается. Ой, ну ладно. Опа. Конечно, здесь ровнее получилось, поэтому я ничего страшного, я попробую здесь резать. На рук получится. А вот здесь получилось. Теперь мы будем делать хвостик. Нам для хвостика нам понадобится один ватный диск. Смотрите. С любого места начинаете, чтобы здесь было треугольное. Потом крутите, вот так срезаете, но не до конца. Оп, хотя бы до сюда. И потом, вот. Если сильно длинный, можно срезать. Я здесь сильно тонко сделала, поэтому я возьму. Можно потолще, можно очень худой, но очень худой это как-то не очень будет смотреть, поэтому я еще раз сделаю. А вот так и лучше. А сейчас нам останется сделать лапки. Давайте, можно сюда положить линейку. Я помню, как нам говорила наша учительница, как легче для линейки. Вот так делаете. Чтобы были ровные. Клево, вот. Потом открывается ватный диск и держится. По половиночке. Вот.
Это я еще не приклеиваю, потому что не ставлю. А сейчас будем приклеивать. Володька, убираем. Сейчас детали, ножки, ушки и хвостик убираем и приклеим эти части. То есть голова, голову и тело. Не обязательно вот так приклеивать, потому что это по-другому, а то я просто так приклеила. Вот. Так. Я так сейчас приклею. Смотрите, вот у вас будет ошибка, если вы тело на голову или голову на, или голову приклеите на тело, то это ошибка считается. Надо, чтобы рядышком было. И главное, чтобы пробелов не было, чтобы все соединено было. Но где ноги, надо взять пробел и сделать уши здесь. В некоторых случаях надо пробелы делать, конечно. Но это ничего. Следующее мы приклеим ушки. Можно приклеить ножки. Или вообще. Главное, чтобы как-то диск не было. У меня он там сейчас стал, потому что... Получается. Кстати, эту кису можно будет подарить на Новый год, на 8 марта маме, на 23 декабря папе. А если хотите сделать новогоднюю окончанку, то да, можно будет еще сделать шапочку новогоднюю, но шапочку новогоднюю я не буду делать. Если напишите комментарий, хотите ли, чтобы я сделала в следующем видео вам, например, собачку, пенал собачку или еще кого-нибудь из животных. Пишите. Кстати, подпишитесь на мой канал. О, подписались. Замечательно. Давайте продолжим делать нашу кису. То есть приклеивать ее. Волосы все убираем. Чтобы вы хотите, чтобы получилась аккуратная работа, убирайте все волосы. Обязательно. Я немножко переборщила. Склеим мне сегодня почему-то переборщиваю. Или не переборщиваю. Вот у меня немножко переборщиваю. Я ничего. Я хочу попробовать. Вот такая киса у нас получается. Осталось приклеить хвостик, и будет самая интересная часть. Ты самая любимая часть. Конечно, надо будет после всего этого, наверное, руки потом отмывать.
Немножко получше получается. Глаза это самое сложное, потому что у меня не получается вырезать ровные прозрачки. Но это лайфхак. Я про это не знала, но потом после технологии мне подруга сказала. Давайте же начнем. Можем здесь, если хотите, можно вот эти ушки сделать. Но я просто так сделала. Нам не говорили это делать. Кстати, мою работу показали всему классу. Знаете, вот я сделала усики, носик, ротик и глазки, и вот эти треугольники в ушах из бархатной бумаги. У кого есть бархатная бумага, ставь лайк! Сегодня, возможно, я тоже ей немного попользуюсь. Давайте начнем. Можно украсить вашего котенка, как вы хотите. У меня остался кусок бархатной бумаги. Я сегодня им воспользуюсь. То есть прямо сейчас воспользуюсь. Сейчас я выдержу глазки. Если сильно большие, очень большие. А можно делать вот такие, не обязательно, как я сделала. О, кстати, давайте сейчас лайфхаком воспользуем. Этот я кусок отрежу, чтобы у меня был чистый кусок. Мне придется опять резать. Это не сильно много, но ладно. У нас есть такой кусок, конечно, жалко, что мало, ну ладно. Вот, складываем и вырезаем форму глаза. Вот, например, мне надо вот такой, если сильно большой вам хочет, очень большой. Нормально. Вот тогда и получается ровно. Цветная бумага. Кисточка не падает. Собачку не забирай. Красный, синий, черный. Нужный цвет. Давайте вначале я кису пока закрою. Давайте сначала приклеим глазки, а потом уже зрачки. Раз. Два. Вау, у меня уже получился носик. Мне кажется, такой носик можно оставить. И вот черную бумагу мне придется вырезать. Вот. Закрываем нашу бумагу и ложим за кисой. Порежем кусок и воспользуемся таким же лайфхаком. Эта бумага очень легко режется, чему хорошо. Сгибаем. И также вырезаем. Только поменьше.
Давайте проверим. Вот. Получилось. Приклеиваем. Можно вот так вверх приклеить, но я не хочу, это как у закона получится. Очень красивая кошечка у нас получается. Вот так. Теперь нам понадобится черный. Ой, у нас получится двойной. Посоединяем. И можно вот так. Это не усики, я не вижу. Палочку тоньше и немножечко меньше. Надо еще меньше сделать. Вот такой вот. А вот такая палочка как раз. И очень большая такая палочка. Но такая палочка, мне кажется, не очень веселый котик. Поэтому я ждем тоньше. Так, надо собачку поднять. Собачка уже линяет. Ой. Я забыла сказать, что это тоже финал. Собачка финал. Вот у вас возможность, что за собака узнать. Это финал. Так, надо, если вы хотите сделать, то надо постараться. Вот так. Маленькие ручки сложно, потому что это очень сложно. Потому что у меня лишь маленькие ручки, чтобы это сделать. Маленьким ручкам, возможно, легче будет. Давайте легче на кухне. Кстати, я вам расскажу, что этот кот я сделала. Этот кот будет кот подписок, чтобы вы подписывались. Не забывайте. Еще напишите мне в комментариях, как можно назвать будет этого котика? А самое лучшее название я скажу в следующем видео. Кстати, напишите в комментариях, вы хотите, чтобы я передавала видео вам приветы? Что-то я уже заболтала. Давайте продолжим. Вот так. Ну, надо было. Выше и меньше. Еще подожди. Потолще надо. Вот так. Вот так. Вот так подходит. И так. Длинный. Не толстый. Надо где толстый, чуть вот. Там длинный подходит. Я заступил. Вот так. Сейчас.
Алиса сделала кнопку YouTube, а шапочка будет подписаться. Это, например, Фрисборда, Тупи, Тутса, Тутса, подписаться. Кстати, эту голик можно сделать. Тоже. Так что если вы ошиблись, это тоже хорошо, вам понадобится. Ой, у меня получилось. Но это редко у кого получится. Это вот кнопочка YouTube получится. Это такой кусок большой фетра. Ой, не такого фетра. То есть такой большой кусок я могу приклеить. Ну, вот для меня. Жалко было, хоть не вот. И теперь на треугольничек вот так. Так, волосики убираем. Это касается женщин. Потому что... Ну, это касается девочек, потому что... Волосы очень часто работаем. Тулипнут. Иди ко мне сейчас волосы. Вот так вот, вот такая киса получается. Ты взяла лапки. А лапки тоже придется делать красным цветом. Я хочу погадать. Зачем так? О, у меня получилось погадать. Кстати, мне придется здесь написать. Вот, я забыла, что нам понадобится еще и маркер. Сейчас я приклею. Бумагу, то есть картон, как сказать, бархатный, и будем кусок и напишем слово. Вот, получилось. Ломастер мы не убираем, нам вот еще понадобится. Вот здесь. А здесь я сильно мою. Надо немного шечка. Вот треугольничка. Вот так хотя бы. Сейчас мы приклеим этот кусок. Этот кусок приклеим. Будем написывать кода. Тут. И. Да. Подписаться. Кстати, подпишись на мой канал. Ой, это не только прилетело. Кстати, если хотите, можете сделать, но я не буду делать. Я сделаю, а вы кусочки не делаете. Усы я тоже не буду. А усы можно нарисовать. На уроке технологии я не беру. Не делаю маркеры, но это я сделала из картона. Вообще нам не было. Аккуратненько. Заляпайтесь маркером. Вот. Вот такая окошечко у нас получилось. Кстати, давайте напишем. Я сейчас напишу.
принцесса Милана. Сердечко, подпишись на мой канал. А сейчас я вам расскажу, как легче в интернете найти мой канал. Написать по-английски «Принцесса Милана». И вы найдете мой канал полегче. Ну как вам, кошечка? Что можно вот здесь? Салют какой-нибудь добавить? Вот так, где корона можно. Ну, это просто. Это уже я просто для красоты. Можно это все картоном сделать для красоты. Вот так. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Как, и как вы думаете, как назвать на фиоле, на перламу, на фи, это, кстати, из перламутровой бумаги вот этот, фиолетовый. А это обычно зеленый картон. Как назвать какую кису? И какая получилась у меня красивее? Давайте, чтобы было без... Чтобы было... Сейчас я напишу то же самое на этой бумаге. Ну, здесь я не кожу. Прошу прощения. Так, я здесь забыла восклицательный знак поставить. И Пантия! 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 Вот. И как назвать этих двух котиков? Кстати, напишите. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, если тебе понравилось это видео. Всем пока!